Это Смоленский базар 2018! Никто не может скрыть своих настоящих эмоций по поводу закрытия Славянского базара в Витебске 2018. Мы уже закрыли его, а у вас еще все впереди. Что есть у Славянского базара, на мой взгляд, это традиция. Традиция как конституцию, как Библию, ее нельзя переписывать, нельзя менять. Поэтому традиции Славянского базара, друзья мои, не надо менять. Будьте добры, пожалуйста, оставьте их для нас, для артистов, для зрителей. Самое главное, для музыки. Это самое главное, что связывает нас с нашим дорогим и любимым зрителем. Любите пока, ревнуйте пока. Мечтайте пока, мечтайте. И вообще о встрече на Витебской земле на 27-м международном фестивале. Всех поздравляю. Ура! Наступит ли завтра? Обязательно наступит. Для тех, кто по-настоящему влюблен и любит, оно обязательно, конечно, будет. Я привык выступать на площадках, где люди вместе с нами прыгают, танцуют. Когда я выходил на сцену, я видел то, что это все-таки сидящий зал. Но я понял то, что это стереотип был в моей голове. И классно то, что люди настолько ярко воспринимают музыку и готовы впитывать это. За новостями на портале городвитебск.бай.